Камерунская коза, особенности содержания и ухода. В последние годы многие отечественные фермеры начали проявлять повышенный интерес к карликовым козам. Эти животные были одомашнены жителями Ближнего Востока около 9 тысячелетий назад. На территории современной Европы и России их завезли с африканского континента. Эти животные не отличаются большими размерами. Вес взрослых самок составляет около 15 килограммов, а самцов – 17-25 килограммов. Как правило, карликовые козы не вырастают выше полуметра, а длина их бочкообразного приземистого корпуса может достигать 70 сантиметров. Головы животных украшены большими стоячими ушами, небольшой бородкой и загнутыми назад рогами, которые практически невозможно нанести травму. Компактное тело козы покрыто густой короткой шерстью. Что касается окраса, то он варьируется от карамельного до темно-коричневого и от пепельного до угольно-черного цвета. Миниатюрная, неприхотливая камерунская коза обладает ласковым, кротким нравом. Ценится она не только за мирный характер, но еще и за то, что практически не подвержена заболеваниям, типичным для рогатого скота. Кроме того, животные достаточно легко поддаются дрессировке, поэтому их можно содержать в качестве домашнего питомца.